Так, смотрим, что отшили за неделю. Появились шубки из чернобурки с капюшонами. Размеры разные. Такие же модели есть с воротниками. Цветные шубки. Вот такие вот слесы. Розовые, коричневые, зеленые, синие. Сейчас очень модные пуховики. Вот такие. Длина 110 сантиметров. Размеры разные. С чернобуркой. Теплые, легкие. Цвет серебро. Цвет золота. Вот они. Доступно все к заказу. Такой фасон с воротником из лисы. Оригинальный карман. Вязка. Здесь длина 115. Цвет рыжий, цвет серебро есть. Вот такой цвет хаки красивый. Вот он. Рыжий цвет. Короткие пуховики Автолети. Тоже серебро, черный цвет, модный, с чернобуркой. Вот короткий цвет хаки, пуховик. С рыжей лисой. Вот такая вот, такой пуховик. Там хаки висит. Цветные куртки. Вот такой фасон. Это уже размеры 50-52 идут. Темно-зеленый цвет, ярко-зеленая расцветка, синие расцветки. Вот эти побольше размеры 50, 52, 54 оверсайза. Вот такие фасончики, тоже пуховики. Расцветки разные. Вот золото, хаки, эко-шубки. Такие. Так, длинные пуховики. Вот такой пуховик шикарно зеленый есть. Красивый. Сейчас самые модные они. Вот такие, цвет золота. Типа косухи, под косуху. Норка, вязка и пуховик. Черный цвет. Так, это длинные пуховики. Вот они, расцветки здесь разные идут. Черные. Такие фасоны модные. Белый, черный цвет. Кролики яркие. Такие. Шуба из лисы и пуховики длинные. Все доступно к заказу. Это все новинки. Нашили опять. А вот давайте рассмотрим пуховик. Такой пуховик у нас в наличии. Правда, две другие расцветки. Цвет золота уже был продан. Цвет золота продали. Красивый фасон. По 19 тысяч рублей мы их продаем. Размеры они разные есть. Мех лиса. Капюшон с отделочкой из лисы. Ходовая модель. Так, это шуба из чернобурки. Тоже мы подвозим. Постоянно у нас они обновляются, эти модельки. Сейчас они уже проданы на сегодняшний день. Вот, но есть из чернобурки тоже куртка Автоледи в наличии. Модель перфорированная. Тоже красивый, приходите мерить. Так, шубка у нас попала здесь в кадр. Это шубка кимоно, цвет орех с капюшоном. Норка велюровая, качество высокое. Карман на магнитах, отложной манжет. Теплая, модная, красивая. Фасончик немножко к низу заужен. Плечи здесь реглан. На спуск. Вот сейчас застегнули ворот. То есть ворот застегивается, в шубке тепло. Модель новая, 24 года. Так, рассмотрим пальто, цвет брусника. Такое пальто у нас в наличии. Стоимость пальто 14 тысяч рублей. Размеры под заказ могут быть разные. Сейчас в наличии два размера. Классический и побольше размер. Красивый такой цвет, модный, яркий, насыщенный, нарядный. Нашим покупательницам нравится. И вот такой цвет пальто, цвет кэмал. Под заказ тоже любой размер может быть. Так, смотрим кролика. Кролик, цвет графит с английским воротником.
типа летучки. Красивый фасончик такой. Кролик мягкий, воздушный. Вот. Он недорогой, но и не дешевый. Качество здесь хорошее. Лекало хорошее. Он такой недешевый, но и недорогой. Вот. Такой фасон может быть разная расцветка. Ну вот, например, там был графит. Это такой более голубой цвет. Небесный. Вот. Фасон аккуратный, хороший. На несколько размеров идет. Так, это у нас лиса. Опять в кадр попала лиса. Шуба из лисы. Лису, как я говорил, у нас такие лисы были. Сейчас у нас новая модель перфорация. В наличии тоже шубка. Вот. Паркетиком. Пошита паркетом. Модель действительно красивая, удалась. Хорошо отшита. Смотрится отлично. Так, и пошли у нас фотографии. Это вот кимоноха цвета орех. Это у нас шуба из чернобурки с капюшоном. Это из чернобурки с воротником. Вот, кимоноха кролик. Цвет графит. Это пуховики. Расцветки разные. Серебро, черное, золото и зеленый. Так, это у нас кролик, это пальто. Добро пожаловать на примерку, в наличии много шуб.